Добрый день, прекрасные консультанты и лидеры национальной линии «Избранные». Меня зовут Юлия Тен, я ведущий лидер бизнес-групп компании «Марикей». В компании я уже 19 лет, пришла я в компанию в возрасте 23 лет. И меня уговаривали прийти в компанию в течение 5,5 лет. Если кто-то не знает, то Светлана Ли, наш национальный лидер, это моя родная мама. Она хотела, чтобы я стала консультантом по красоте. Она хотела, чтобы я стала счастливой и богатой. И благодаря возможностям компании «Марикей» достигла небывалых высот. Но я этого не понимала. Когда моя мама пришла в компанию «Марикей», мне было 19 лет. Да, и я была студенткой. Потом я получила образование. И по образованию я педагог, мне очень нравится моя профессия. Я бы с удовольствием посвятила всю свою жизнь преподаванию. Но, к сожалению, наша система образования не позволяла зарабатывать много. Она не позволяла иметь гибкий график. И она не позволяла реализовать свой творческий потенциал. Меня как будто бы посадили в клетку и заставляли делать то, что зачастую мне не нравилось, и то, что я считала неправильным. И в 25 лет у меня открылись глаза, и я, сидя в декретном отпуске, будучи мамочкой годовалой дочки и в положении вторым ребенком, у меня открылись глаза, и я начала искать какой-то вид деятельности, какой-то бизнес, где можно было иметь, первое, гибкий график. Для меня это было очень важно, потому что у меня были маленькие детки. Мне хотелось, чтобы я могла выйти тогда, когда мне удобно, несколько раз в неделю, поработать несколько часов и зарабатывать столько, сколько люди зарабатывают, работая каждый день по 8-10 часов. Второе, чего мне хотелось, это чтобы у меня был неограниченный доход, чтобы я зарабатывала столько, сколько я заслужила. Я готова работать много, если мне за это будут много платить. И в этой компании это было возможно. Третье, чего я хотела честную, красивую работу, где я могла бы получать удовольствие и зарабатывать честным трудом большие деньги. Четвертое. Мне хотелось работу с большим уровнем свободы и реализации творческого потенциала. И компания «Марикей» мне это дала полностью. Я работаю так, как мне нравится, используя мои сильные стороны. Я строю свой бизнес по тем внутренним принципам, которые у меня есть. Я развиваю людей, и это моя самая большая страсть, это мое самое большое увлечение, и это моя самая большая мечта, чтобы как можно больше женщин достигли такого же уровня, как и я, и даже обогнали меня. Мне хочется, чтобы каждая женщина, с которой я встречаюсь, узнала, насколько она потрясающая, насколько она великая, и как многого она может достичь благодаря неограниченным возможностям компании «Марикей». Потому что компания дала мне, бедной домохозяйке с грудным ребенком и в положении, у которой не было денег на автобус, дала возможность мне иметь миллионные доходы, иметь автомобили, путешествовать по всему миру со всей своей семьей, иметь достойное жилье, не заниматься домашней работой и получать огромное удовольствие и быть счастливой каждый божий день. Что мне больше всего нравится в компании «Марикей», это то, что когда я утром просыпаюсь, я счастлива в том, что я в компании «Марикей», и каждый день мой наполнен радостью. Ведь строить бизнес «Марикей» – это очень весело и очень легко. И сегодня я хочу вам рассказать, как за 10 минут
рассказывать о доходах в компании Mary Kay. Обратите внимание на таблицу. Она поможет за 10 минут рассказать любой женщине о ее выгодах при сотрудничестве с компанией Mary Kay. Итак, женщины могут каким-то образом иметь дело с компанией Mary Kay с разными целями. Например, женщина может стать клиенткой. И обратите внимание на первое, что может понадобиться женщине, это красота. Тогда она проходит мастер-класс у своего консультанта по красоте и приобретает себе продукцию от макушки до пяток, все, что ей нравится. И среднестатистическая женщина приобретает на 272 тысячи в год всякой разной косметической продукции. Итак, если вы клиентка, то приобретаете продукцию на 272 тысячи для себя любимой в год и оплачиваете 272 тысячи. Поэтому очень многие хотят иметь такую великолепную продукцию, но чтобы она была дешевле. И для этого многие становятся консультантами по красоте компании Mary Kay. И такой человек, консультант для себя, который не планирует работать с клиентами или иметь здесь доход, он уже имеет замечательную выгоду, потому что всю продукцию на 272 тысячи, которую он раньше приобретал для себя, он может теперь получить за 163 тысячи 200 тенге. Однако же всегда в нашем окружении есть подружка, соседка, тетя, сестра, сотрудница, с которой мы видимся. И даже человек, который не проходил специального обучения, но просто любит и знает нашу продукцию, он всегда может порекомендовать что-то, чем он пользуется сам. Например, ваша соседка, которая все время заходит, она обращает внимание на ваш туалетный столик, и там всегда что-то появляется. И она говорит: а что это у тебя такое? Вы говорите: ой, это новый аромат от компании Mary Kay я себе приобрела. И она его пробует и говорит: а, боже мой, это изумительное что-то. В следующий раз она заходит якобы за солью и говорит: а это что такое? Что за чудесный аромат? Вы говорите: это я только что использовала серию по уходу за телом компании Mary Kay. Она это пробует, ей нравится, и она это заказывает у вас. В следующий раз она приходит, а вы тут в угольной маске и делаете себе мультимаскинг. На глазах и шее у вас гелевая маска, на щеках отбеливающая, на носу угольная, и вы выходите, она говорит: боже мой, что это такое с тобой? Ты говоришь: я делаю одновременный мультимаскинг, это новый тренд в косметологии. Она говорит: боже мой, я тоже так хочу. Вы делаете это ей, ей нравится, и она это приобретает. И так она, таким образом, она приобретает то же, что и вы. То есть на 272 тысячи тенге, и тогда вы получаете от нее в год прибыль на 108 тысяч. И поэтому ваша косметика обходится вам уже не в 163 тысячи, а в 54 тысячи 400 тенге. Итак, если у вас есть таких две девушки, которым нравится то, что нравится вам, вы уже получаете свою продукцию полностью бесплатно и еще имеете небольшой годовой доход в размере 54 400 тенге. Итак, мы закончили с категорией выгода. Те, кто пришел в компанию Mary Kay не как клиент, а как консультант для себя. Он не проводит мастер-классы, он не проходит специальное обучение для консультанта. Он просто проходит сам мастер-классы, посещает мероприятия, презентации, собрания, узнает, что самое классное подходит для себя. И, ну, может быть, с двумя людьми делится
этим из самого близкого окружения. Причем не профессионально консультирует, а просто делится эмоциями. И дальше, следующий, это уже консультант с доходом. То есть консультант, который хочет не просто сам пользоваться, но и иметь дополнительный доход. Итак, я разделила консультантов с доходом на две категории. То есть две. То есть первая категория – это те, кто очень занятые, и они тратят всего лишь 2-4 часа в неделю на работу в компании Mary Kay, потому что они проводят всего 2 мастер-класса в неделю. И вторые – это более свободные, они проводят 5 мастер-классов в неделю. Итак, если женщина, консультант по красоте, проводит 2 мастер-класса в неделю, ее продажи составляют 272 тысячи, а доход в месяц составляет 108 тысяч тенге. Если же она проводит 5 мастер-классов в неделю, ее продажи составляют 660 тысяч, и доход в месяц составляет 264 тысячи тенге. Это консультант, который совершенно не планирует строить команду, кого-то обучать чему-то. Он просто, ему нравится работать с клиентами, проводить мастер-классы, делиться с женщинами секретами красоты. Он выучил продукцию, сценарий мастер-класса, он умеет делать звонки и работать с хозяйкой и зарабатывает от 108 до 264 тысяч тенге. И если вам хочется больше возможностей, больше дохода, то тогда вы переходите на следующую ступеньку, и это уже карьера. Вы продолжаете работать с клиентами в том же самом режиме, проводите от 2 до 5 мастер-классов в неделю. Однако же у вас появляются 3 женщины, которые тоже, так же, как и вы, захотели стать консультантами и иметь дополнительный доход. Итак, если у вас есть доход от команды, и мы берем среднюю цифру доход от команды, не самую маленькую, не самую большую, среднюю цифру, то вы получаете сертификатами 30 тысяч тенге. И это вы можете получать каждый месяц, если вы возьмете и реализуете эти сертификаты, то есть приобретете на них продукцию, то по каталогу эта продукция выйдет в 50 тысяч тенге. Когда вы ее продадите, у вас будет 50 тысяч наличными от вашей команды, сильной маленькой команды из 3 человек. Если мы суммируем ваш доход от продаж, то получится 2 класса в неделю плюс команда из 3 человек, уже вы зарабатываете 158 800 тенге. 5 классов в неделю плюс команда из 3 человек, вы можете зарабатывать 314 тысяч тенге в месяц. Итак, увеличим команду на 2 человека. Сделаем еще один шаг по карьерной лестнице. Я уверен, что из тех женщин, с которыми вы работаете, всегда найдутся те, которые посмотрят, как вы работаете, как вам все нравится, как вы кайфуете сама от себя, и все балдеют от вас, и при этом она увидит, какой доход вы получаете, и ей будет настолько интересно иметь такую замечательную работу, как у вас, что она обязательно захочет стать консультантом по красоте, присоединиться к вашей команде. Итак, 2 класса в неделю и команда из 5 человек дают вам в товаре, в денежном эквиваленте 45 тысяч, да, в товарном кредите, в продукции 75 тысяч, и суммарно с вашим доходом это составляет 183 800 тенге. Если же вы проводите 5 классов в неделю, и у вас команда из 5 человек, то ваш доход может составлять 339 тысяч тенге. И это еще не все. Если вы хотите еще большего, ваши границы вашего сознания расширяются, и тогда вы хотите получать
вознаграждение за команду в виде денежек, которые вам компания будет перечислять на карточку. И это очень здорово, потому что до этого всего лишь один шаг. Вам нужна команда из 8 активных консультантов. Вы прибавляете еще троих к предыдущим 8 и делаете еще один шаг по карьерной лестнице. И это клуб 12%. Проводя 2 класса в неделю, имея активную команду из 8 человек, вы зарабатываете 54 тысячи доход наличными на карточку. И ваш суммарный доход составляет 162 тысячи тенге в месяц. Если же вы проводите 5 мастер-классов и у вас команда из 8 активных человек, то вы можете зарабатывать от 318 тысяч тенге в месяц. И это еще не все. Если же вы решили всерьез строить карьеру в компании Mary Kay, то вы можете с 8 своими замечательными девушками начать лидерскую программу. Я думаю, что ваш лидер расскажет вам, как просто сделать лидерскую программу от 1 до 4 месяцев. И развивая людей в своей команде, помогая им строить свои команды, вы становитесь лидером бизнес-группы. Если у вас есть таких же 2-3 человека, как вы, то вы становитесь лидером бизнес-группы очень легко. И если вы достаточно квалифицированный лидер, который проводит 2 мастер-класса в неделю для своих клиентов и работает с командой, то он имеет доход от команды 268 тысяч тенге плюс премию 63 тысячи. И суммарный доход вместе с продажами у лидера составляет 439 800 тенге. Если же вы проводите 5 мастер-классов в неделю в статусе лидера, у вас хорошая команда, и вы получаете 252 тысячи доход наличными на карту с командой, плюс 63 тысячи премии от компании за хорошую работу с командой. И ваш доход вместе с личными продажами составляет 579 тысяч тенге. Вы можете спросить меня, сколько же времени нужно для того, чтобы прийти на эту ступеньку, чтобы стать лидером компании Mary Kay? И я вам скажу, что нужно всего лишь 3 шага для того, чтобы стать лидером компании Mary Kay и пройти вот эти небольшие ступеньки. Первый шаг. Вам нужно выполнить программу «Красный пиджак». Ее можно выполнить от 1 до 3 месяцев. Это привлечь в свою команду 5 активных консультантов. Я думаю, что многие из вас способны сделать это всего лишь за 1 месяц. Следующий шаг. Нужно выполнить программу «Леди в красном» и привлечь еще 5 активных консультантов. Это можно сделать от 1 до 3 месяцев. И вы можете привлечь, у вас суммарно выходит 10 активных консультантов, и вы можете это сделать даже за 2 месяца, но максимально за 6 месяцев. И как только у вас есть команда из 10 человек, а это уже значит, вы на голубой ступеньке, клуб 12%, вы можете начинать лидерскую программу. Лидерская программа длится от 1 до 4 месяцев. И после ее выполнения вы можете выйти на доход от 439 до 579 тысяч тенге в месяц. Здорово, не правда ли? Если вы невероятно шустрая и классная, вы все делаете всегда быстрее всех, вы просто ракета,
то вы можете дойти с первой ступеньки до последней за 3 месяца. Если вы средняя, да, а вы тоже очень быстрая, не самая прям чемпионка, или у вас есть детки, или у вас есть еще какой-то вид деятельности, и вы не можете прямо 100% выкладываться, то вы можете это выполнить за 6 месяцев. Если же вы женщина талантливая, но у вас, может быть, есть еще какая-то другая работа, или у вас маленькие детки, или много, или ваш муж требует к себе много внимания, и вы не можете двигаться в таком космическом темпе, вы можете двигаться в комфортном для себя темпе и стать лидером бизнес-группы с доходом от 439 до 579 тысяч всего лишь за 10 месяцев с момента принятия решения. Может быть, сегодня именно такой момент. Может быть, сегодня вы еще клиент, или вы новичок, или вы консультант для себя. И сейчас вы слышите эти слова. Уверяю вас, что вы можете стать лидером компании Mary Kay уже через 10 месяцев, работая всего лишь по 8-10 часов в неделю, начиная с 2 часов в неделю. И я уверена, что каждая из вас сможет это сделать ради своих детей. Ведь 500 тысяч тенге – это свыше 6 миллионов в год, а это 2 однокомнатные квартиры в городе Алматы. Я уверена, что вы это сможете. Я уверена, что вы невероятно талантливы. Вы просто потрясающе. Вы шедевр в Божьих руках. И вы можете гораздо больше, чем можете сейчас представить себе. Я верю в вас, благодарю и благословляю вас на яркую, великую, успешную жизнь. Будьте благословенны!